Хорошо. А если вот какую-нибудь поверхность, ну вот стеклянную, допустим. Ну вот смотрите, а вот у меня вазочка, допустим, такая есть, да? Ну вот чего только не придумаешь. Вот попробую. Вот перышком. Меня просили, да, стеклянную бутылку покрасить, залить. Ну вот давайте это в принципе одно и то же, чтобы я на бутылку лила краску, либо вот так вот. Вот перышком очень-очень хорошо, очень удобно. Синенького хочется. Вот. Смотрите, какая красивая ваза, да, получается. Замечательно. Горлышко закрыть, да, фольгой, допустим, такую сделать пробочку своего рода. Конечно, самое главное, да, вот что именно вот такая консистенция, вот даже не стекает ничего, то есть не жидкое, иначе у вас будет все это стекать. Так, вот я сейчас это все оставляю. Все очень-очень красиво. Посмотрите, какая красота. Вот, посмотрите, да? Вот, я вижу здесь что-то. Вот так вот. Угу. Посмотрите, да? Ну, чудесно. Какая красивая. Представьте, купите обычную какую-нибудь белую, такую несимпатичную вазу. И вот потом вот так вот, перышком главное. Потому что от кисти останутся, естественно, следы. А заливкой вы не сможете так хорошо контролировать. Вот пока только, вот видите, одна капелька капнула, да? Ну, за этим все равно надо следить, смотреть, если где-то что-то. Вот у меня еще краска здесь есть, так что всегда можно будет подправить. Ну вот, посмотрите, какая получилась вазочка. Цвета все такие же. Они стали немного матовые. Это Float Roll дает такую матовость. Так, ну что ж, я попробую покрыть. Надо, конечно, дать обязательно хотя бы пару дней высохнуть. Ну, не терпится. Хорошо. У меня нет специального лака, закончился. То есть у меня есть, но матовый. Хотелось бы именно глосс. Поэтому я буду покрывать вот таким вот. Какую-то вставочку, вот так даже легче будет. Вот, и сейчас пока вот еще такое свеженькое, вот, хочу покрыть глиттером. Ну, не везде, чтобы рисунок остался. Ну вот сейчас вот подождем какое-то время. Сейчас вот видите, вот как все белым, да? Это глиттер внизу, и вот я сверху немного. Клей высох. Видно, как она, да, блестит вся очень красиво. Спасибо, что посмотрели мое видео. Надеюсь, что вам понравилось. И идею такую возьмите обязательно на заметочку. И до скорого. Пока-пока.